начинаем Metal Show. Максим Пехов желает тебе успехов. Сейчас я буду рассказывать о своих релизах на кассетах. И на дисках. Вот. Смотри, будет интересно. Сегодня я расскажу о своем проекте Angel of God, альбоме Evolution of Angel, Эволюция Ангела. Расскажу еще много чего интересного. Промоем косточки, какие мне вчера помыли косточки, ни за что, ни про что, всяким недочеловеком. Максим Вехов, желаю тебе успехов. Сегодня я расскажу о своем проекте Angel of God и альбоме компиляции. Это 15-й альбом. 15-й альбом. Компиляция, да, сборник всех 14 релизов, да. За период с 90-го года по 2000-е включительно. Покажу потом кассеты, диски, сейчас вот познакомимся с тем, что я сегодня. Так, значит, так вот, значит, сегодня я написал, вот моя группа на Facebook Angel of God 1990-2000 Ukraine Kharkiv, уже 25 участников. Дякую, що дивитесь мене, покупаєте мої касети та диски. От, хочу казати вам казку. Казку Биль. От, 3 години тому назад я написав пост. Салют, Metalhead. Сьогодні 18-е, що-то там, що у нас там сьогодні, жовтня. На дворі осінь, в самому псаку. Хоча учора у нас у Харкові вечором очень парило, а потім пішов літній дощ з грозою і громом. Слава богам грома! Вот. Готовим уже мясные нарезки для выступлений в Торнопарк и начали писать новый миньон в проекте Хейгевальд. Кстати, хочу включить, да, чего бы и нет. Включу. Материал. Ну, тут, правда, запись убитая. Это я писал в 2014 году Лео. Меня пригласили тогда в группу «Брудна кровотеча» со своими музыкальными произведениями. Ну, и так как «Брудна кровотеча» развалилась, я как бы, имея голову на плечах, вот, сделал такое демо-запись и издал диск, да. Вот. Получился, что Лео у меня играл в той на парте, да. Можно так сказать. Я на гитаре. И потом пригласил я Радослава Похотина. И он еще и спел. Ну, я вот смонтировал, получился целый альбом на 22 минуты. Тут, сука, 12 или 14 песен. Вот такой материальчик, только сейчас мы его пишем в хорошем качестве. Вот. Пишу в хорошем качестве.
Это самое. Так, и начали писать новый миньон. Да, вот, кстати. Кстати, вчера я ходил в субботу по приглашению на репточку Белосвяковского, да. Ну, это потом, об этом потом, да. Так, вот. Вот, и в Pretty Gigwild уже происходит запись нового альбома, да. Кстати, открытый для сотрудничества с Ольгами, выступить готовы. Сколько времени прошло, а проблема как была, так и осталась на моей страничке. Metal Rocky, вот это Максим Верхов, да, там как было, все так и осталось. Где все настоящие даты, о которых я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком, написав свои даты. Получается, что на этих архивах не совсем правдивая информация, а некоторые писатели пишут неправдивые книжки о нашем отечественном андеграунде, ссылаясь на этот источник. Я знаю некоторые группы, у которых также возникли подобные моим недоразумения. Так что не советую верить той информации, которая там есть. И в книжках вот этих вот, и в архивах, блин, и всякие там есть, типа, знающие, ведающие, якобы, с Луганска, блин, какие-то интернет-ресурсы, которые рассказывают сказки про украинский black metal, блин, и все такое. Могу заверить, что все там, половина там брехни. Вот. Я как человек с этого поля, ягода, так сказать, могу сказать, что там пиздеж, блядь. Пиздеж и рассчитано на малолеток долбоебов, скажу так, инфо. Которые не умеют думать, что ли, блядь, не знаю, блядь. Или хотят вырастить этих биороботов каких-то с вас, блядь. Вы хоть думайте, ёб твою мать, сука, дебилы ебаные, блядь. Вот, могу так сказать, надо думать. А то вы в своих гаджетах совсем уже. Так, вот. Это уже третья тема играет, да. А на вокале у нас сейчас фронтмен группы Bleeding, да, вот. Потому что Похотина дикция отличная, но у него особо. Ну, тут он как бы, я его просил, говорю, побольше эмоций, там, гроулом он не умеет петь, как бы, нет у него таких данных, он только скримом, хотя, может быть, он гроулом может, ну, блядь, он что-то, какой-то, знаете, как это, ну, короче, зацикленный в одном направлении, ну, то его дела, короче, а вокалист Блидинга, он может, блин, и скримом, и гроулом, блин, вот это нормальный человек, и у него есть присутствуют эмоции, да, и видение, как должно быть, как нужно, так сказать, выразить тексты под рифы музыкальные, да, вот, вот это вещь, да, вот. Ну, мы ведем пока студийный образ жизни, да, то на партии Гейвальд, да. Еще вот, возможно, с завтрашнего дня будет опять локдаун этот ебаный, эти жиды, сука, ебаные, блядь, совсем уже жидят. А сегодня написал комментарий, блин, так меня опять на сколько-то там, не знаю, предупредили, короче. Сука, жиды ебаные, блядь. Вот. Так, я переключу, тут еще забанят. Так, значит, так, я написал, да. Вот. Ну, да, поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах, и начал я с проекта Angel of Good. Итак, сегодня я расскажу про 15 релиз своего сольного проекта Angel of God, который представляет собой компиляцию лучших песен за весь период существования проекта. А это довольно существенный промежуток с 1990 по 2000 год включительно.
сварганила эту компиляцию в марте 2000 года. Напомню, что при записи всех 14 релизов данного проекта я использовал мофоны, колонки, микрофоны, акустические электрогитары, бас-гитару, драм-машину Alesis. Из примочек я использовал мофон на перегруз, ну это сначала, когда у меня не было электрогитары. Это была самодельная акустическая гитара, смотри предыдущую мою серию. Там я показывал эту гитару. Так, что там дальше? Вот, переключим, а то там забанят еще этот YouTube, ебаный, там тоже жди. Вот, значит, Zoom 505 Metal Zone, жаль, Metal Zone продал, блин, надо бы еще купить. В 99 году да, в 99% записывал я на Tascam Porta 07, и 1% это был бобинный мофон, модель не помню. Сводил я все у себя дома на кассетники фирмы «Маяк». У меня за период с 90 по 2000 было много разных моделей, и не только этого бренда. Потом я давал, как всегда, Саше, есть такой добрый человек, огромная ему благодарочка. Он до сих пор живой, все у него в порядке, надеюсь. Я давно его не видел, и телефона у меня уже, по-моему, давно его нету. Ну, он брал, конечно, дорого все, ну, а что делать? Тогда это было все очень дорого, как бы только появлялось у нас, и компьютеры были не у всех, у меня не было компьютера, я же говорю, у меня компьютер появился только в 2006 году, в день, когда Nocturnal Mortum разогревал Hypocrisy в Киеве. Вот в тот день я как раз купил компьютер себе. Вот. Так, что там дальше у нас? Ну вот, он мне, как всегда, чистил все релизы и оцифровал на матрицу CDR. Обложку на данную компиляцию делал Дима Торнадо. Кстати, он умер уже давно. Ну, он был, не будем плохо говорить про покойников, как бы. Ну, так, мог бы и пожить, конечно, еще, но сам виноват, можно так сказать. Короче, алкоголизм его добил. Более подробнее смотри и слушай в моем новом выпуске Metal Show. Ну, 18-20 октября. Сегодня вот 18-е. Скорее всего, я это смонтирую сегодня ночью, и завтра 19-го ты это увидишь. Все релизы, кроме компиляции, продавали на лотках и в киосках фирмы Lira. Ice Age Records. Напомню, самым ходовым альбомом был альбом «Тысяча одна смерть». Весь тираж был распродан. А самым малопродаваемым – «Дисгармония». Хотя довольно атмосферный альбом, рекомендую к приобретению. После завершения условий договора с вышеозвученной фирмой я ставил на реализацию в магазине «Корона» аудиодиски и кассеты. Как раз эта компиляция вышла только на аудиодиски и продавалась в этом магазине. А дальше я сам реализовывал свои релизы на кассетах и на аудиодисках. Часть тиражей подарил своим друзьям, часть тиражей отдал на дистры, например, барабанщику Мирошниченко группы «Фантасмагория». Да, как репресс, этот альбом не был нигде выпущен, потому как я его никому и не предлагал издать. Остальные релизы данного проекта были переизданы лишь в 2017 году на Кульминс Рекордс, и перед этим были выпущены кассеты как переиздание в 2017 году на Vibrio Shekla Records и на Depressive Illusion Records. Слава, так сказать, Сергею Молоху. Большая и велика подяка. У мене є всі мої авторські касети та диски з цих лейблів. Зараз удачно, ну, продаю касети, сам издат і авторські части тиражей по условиям договора с лейблом Vibrio Shekla Records, да. То есть все мои релизы на этих лейблах были, на Кульминс Рекордс были по 10 штук, а, по 20 штук, по 20, по 10, там по 33, а на Vibrio и Shekla Records и на Depressive Illusion Records там по 66 штук, вот, на кассетах. Так,
Вот, в новом выпуске своего Metal Show я расскажу о казусах, покажу издание этой компиляции. У меня сохранились дизайнерские макеты тех времен на этот альбом. Я планирую сделать новое издание с бонусом «Следи за новостями». Да, это будет все. Скоро размещу промку на данную компиляцию, размещу у себя на канале. А полноценное издание можешь купить за 10 баксов. Да, это, так сказать, the best, плюс еще там будет бонус. Это будет стоить 10 баксов, да. Ко мне в личку. Есть на аудиодисках, на аудиодиске и, конечно же, в цифровом формате Wave. Напомню, Angel of God, RIP. 1990-2000. Ну и вот привел, короче, уже можешь послушать промку для ознакомления последнего 14-го релиза данного проекта. Вот он. Я его уже разместил, уже видела 4 человека. Вот мой знакомый басист, бывший басист Flash Gore, Алексей Крылов, мой знакомый, блин, по нойзу, да, Midvoid, Игорь Симоненко, писатель, Павел Антонов, блин, какой-то музыкант, да, не помню, честно. Я большая вам подяка, чуваки, что подивилися, вже прочли цей мій пост, скажем так, да. Вот, вступаю в эту группу. Следующую статью я напишу, там уже подведу итоги. Вот, а следующее воскресенье буду снимать выпуск, посвященный Domination проекту моему, вот. А потом уже через 2 недели создам группу, ну то есть Domination проекту создам группу, да, и создам потом через 2 недели группу здесь, своему проекту Incest, Brutal Death Metal, Death Metal, да, вот, ну и потом и дальше. Короче, я буду не по алфавиту свои проекты, знакомить тебя со своими проектами не по алфавиту, а по годам, когда я чего начинал, да. Вот, потому что с 90-го года я начал, ну и там начали появляться уже запуски. Вот, так что вот так вот. Вот. А вот я, кстати, продаю вот Angel of God, вот 50 гривен. Вот Incest 50 гривен, вот он. Вот Higwild 50 гривен я продаю. Из своих кассет, так сказать. Вот Torn Apart 50 гривен. Вот Angel of God Ненависть 50 гривен. Вот Torn Apart 50 гривен. 50 гривен. Вот две кассеты еще. Вот Dominion Минувшие века 50 гривен. Вот Angel of God 1001 смерть 50 гривен. Вот Someday We Will Die Open Your Mind Combi Christ Covers 50 гривен, да. Продаю, да. Вот, ну и все. А, еще вот Хигевальд свой диск продаю, да. 200 гривен стоит. Там компиляция там нескольких миньонов и нескольких этих самых синглов. Вот, кстати, 90 гривен последняя копия. Torn Apart 3 EP-шки. Run, Hatred и Star Rubicon. Тут 2 EP-шки. Run и Hatred это... В Death Metal и Star Rubicon это Death Black Metal. Вот, кстати, DJ Колдун 200 гривен. Тут три этих самых, как его. Три этих самых. Три группы. Вот. Ну, еще я продаю вот футболку новую фирменную Rammstein. Ну, я ее не выставляю, потому что вот, она мне 250 гривен стоит. Что я буду кормить этих? Вот, кстати, можешь купить. Размер 50-52. Ну, нет, не купишь, я буду в ней ходить следующим летом. Как я обычно и делаю. Если не продаю, то сам хожу потом. Вот такая футболочка. Ну, все. Вот, с этим познакомил, да? Так что покупай. Ну, еще на диске у меня есть диски, скажем так, чужие, так, ну, я имею в виду, чужих исполнителей.
Вот, мой отец есть 15 гривен, вот Лимбони Карт есть 70 гривен, это Мазар. Вот Soul Skinner Death Metal 200 гривен, фирма греческий. Вот Carnival and Coil, это Death Metal 25 гривен, это, кстати, Союз издания. Вот Dream Theater 240 гривен. Это европейское издание, фирменный. Rotten Flesh 160 гривен, это тоже греческое издание, Перопресс. Дракар 190 гривен, это итальянский дигипак. Вот, есть это Testament Demoniac 70 гривен, этот, как его, Monster of Rock. Каркас, московское издание 70 гривен, точь-точь, как фирма. Вот, Саксон есть 15 гривен, зажигалка. Вот, детский барабан для развития чувства ритма, кстати. Вот, фонарь есть советский, 150 гривен. Так, что там еще? Можешь, кстати, да, купить. Так, вот еще есть Death Metal 150 гривен, Bandit, Fire, Hail. Вот потом есть вот двойной 180 гривен всего. Это инди-рок. Вот еще есть группа Stroke the How Much, редкий альбом. Funk, Metal, Hardcore 160 гривен всего. Ну пока. До ноября, а потом подорожает все. Так что, потом как доллары подскочат, блин. Или еврик, там не знаю, что там будет. Посмотрим. Вот. Ну вот. Так что вступаю в эту группу. Сейчас покажу релизы свои. А нет, сейчас мы будем лицезреть. Ну да, это, кстати, все, хватит. Послушали хорошего понемножку, да? 12-я тема. Это последняя тема уже. А, это последняя тема играет, все. Послушай, что тут. Вот, Torn Apart. Такая концертная программа. Ну, правда, барабаны там минуса будут у нас. Потом буду слушать, вот такой я фанат Death Metal, Black Metal, буду потом слушать агатовский диск. Вот, Камикон хочу послушать. Офигенный альбом. Такой, наверное, сейчас на фирме, блин, максимум 30 стоит, наверное, да? Хрен достанешь, наверное. А вот, кстати, наклеечка прикольная, подогнали мне. Компиляцию Black Metal. Так, а сейчас я буду знакомить тебя. Это сейчас мы будем, короче, значит, вот так выглядит диск компиляции. Одна версия, вторая версия, как диск выглядит. Ну там по-разному, когда как в этой в типографиях там распечатать можно. Ну и вот так выглядел Перопресс, скажем так. На DVD я, по-моему, дарил, да. А еще была версия на типа задника у меня нет, не сохранилась. Короче, Джевел. Вот в таком. То есть вот так было, типа, ну. Книжечка такая была, и задник был какой-то там, не помню. Короче. Что-то было, как оно, что было, не помню уж. Ну, тут, короче, вот песни какие идут. Ну, я тут, кстати, что-то Торнадо там что-то напутал. И некоторые песни тут с Domination что-то забрели. Ну, ладно, то не так важно. Вот. Вот так вот. Диск буду я делать переиздание. И будут вот такие песни там. Вот, Ослепляющая тьма. Это с альбома. Сейчас мы ее найдем.
Вот, вот эта вот песня будет. «Ослепляющая тьма» с альбома 1666 год. Потом будет «Земля смерти» будет. Это сейчас какой там альбом дальше будет. Это альбом. Вот. Это вот с этого альбома. Вот. «Земля смерти». Вот с этого альбома будет. Вторая. Потом будет 1666 год. Это будет с альбома. Ну, 1666 год, да. Где она тут? Вот она. Вот, вот эта песня будет третья. Да, кстати, да, очень похоже. Содрали у меня Хайд Форест, блин, кучу. Кучу идей, блин. Я вообще не знал об их существовании. Ну вот. Так что мы совместно лобали. Вот так, ослепляющие, подожди. Грехопадение, это какая? Раз, два, а вот это. А, не это, а вот это вот. Во. Ну вот она, да, грехопадение, это с альбома «День гнева», да. Так, и «Черный мессия». «Черный мессия» это, по-моему... А вот он, да. По-моему... Да, вот. Про сатану писано. Так, а потом будет... Это какая у нас? Пятая песня. А потом вот с альбома Deathland. Шестая песня. Будет это симфония смерти. По-моему, вот это вот. Да. Да, такой Death Black такой, да. Потом будет «День гнева». Это с альбома Deathland была песня. Шестая по счету на компиляции. А потом будет, значит, у нас... «День гнева» будет потом. «День гнева» у нас, по-моему... Не помню, сейчас мы... Какая? Не, вот это, наверное. Не, о, вот это. Вот, вот «День гнева» с альбома «День гнева». И потом будет «Под знаменами свободы». Это не... Не. «Под знаменами свободы» это вот тут, по-моему. Не, не, не тут, не тут сейчас. «Под знаменами свободы» это вот это, по-моему. Не, не это. О, вот это, по-моему. Точно, вот это, «Под знаменами свободы» с альбома 1666 год. «Под знаменами дураку». Вот. Это с альбома 1666 год. А потом будет... «Умопомешательство и извращенность». Вот, с альбома Deathland, да. Это я писал еще на мафоны, короче, с мафона на мафон. Использовал тут драм-машину какую-то там. Алисис, по-моему, или что-то там такое. Вот, и использовал, короче, мафоны, когда у меня еще Тоскама не было. Да. Использовал гитару, короче, на перегруз у меня играли.
акустические, самодельные акустические электрогитары, вот это, короче. Вот так звучали. Прикольно, да? Почти как электро. Ну, и тут я потом дорабатывал уже там зум, через зум, короче. Включал уже потом. Джек сделали и получился. Прикольно звучало, кстати. Блин, надо было это, конечно, запечатлеть. Такой, кто знал, что это будет, так сказать, историей. Так, потом 10-я тема, это идет «Кайс-девственниц». Это как раз вот с альбома «Тысяча одна смерть». Вот этот, вот эта песня. «Кайс-девственниц», да. «Кайс-девственниц», вот она. Потом идет, это, потом идет «Короткая жизнь». Потом идет «Короткая жизнь», песня. Куда ты, блин? Это с альбома «Death». По-моему, она... Это не... А, вот это, наверное. А, вот она. 6-я. «Дождик». Это и на акустике исполнял, да. Под «Дождик». На акустической гитаре. Это у нас была 11-я тема. Потом «Тошнота» с альбома. «Тошнота» с альбома. 1666 год. Это, по-моему, вот это. Вторая песня, да. «Тошнота», да. Да, «Тошнота», точно. Ну, такой... Hate Forest, я считаю, отдыхает. А я тут сам все исполнял, блин. Ну, если бы у меня, конечно, был еще вокал помощнее, как у Саенко, да, это да. Вот. Вот. Так. Так, потом у нас 13-я тема, это... будет у нас с альбома «Жертва». Да ёб твою дивизию, блин, дебильный. С альбома «Deathland». Не помню какая, сейчас поклацаем. Не, не это, а вот это, наверное. Ну да. Да, вот это «Жертва». И потом 14-я тема будет «Fly», это вот это. «Лететь». Да, это, короче, тоже на акустике исполнял. Акустики исполнял, да, прикольная мелодия такая, да, придумал тоже ж я сам. Ну, это ж моя вся музыка, да, естественно, всё. Да, вот, прикольно, мне нравится, как оно звучит. Сейчас вот слушаю, вспоминаю. Это когда-то в Ялту ездил, помню, да, частенько, каждый год. И... Ностальгия по морю, так сказать. Да. Так, и потом у нас будет... Потом 15-я тема будет «Мучитель, мучитель». Да, это с альбома... С альбома... 1666. По-моему, вот это, да? Да. Не, вот это.
Не. Или вот это. А, вот она. Учитель. О, учитель. Учитель, я твой учитель. Вот. И потом, короче, в самом конце будет сейчас найду. А в самом конце я придумал будет, короче, в самом конце будет последний мой епешник, вот, на 7 минут, с 16, 17, 18 треки будут, заключительные. Вот, это именно Жархаус альбом, да, вот он. То есть в прошлом выпуске об этом миньоне рассказывал, просто за 5 евро, конечно, его мало кто купит. Вот поэтому я решил его с компиляцией сделать. Ну, как делают обычно западные какие-то команды, делают компиляцию, если у них какой-то миньон, вот они делают с этим самым. Они делают... Они делают так. Не, ну, в принципе, пускай играет. Жалко. Вот. Ну вот, я это показал, рассказал все уже. Вот так будет выглядеть. А, сначала поляну, кто там что там написал. Ну вот, Инжировград, подписывайся. Так, кстати, тут я так. Кстати, сейчас вот группа есть тут одна. Форд, Черчилль, Music People Club, Жара, короче, все такое. Ну, что-то тут непонятно. Ну да, это порнография, я написал, да. У меня, кстати, есть проект Диджей Колдун, тоже в таком стиле. Я там раньше видосы снимал, потом их, короче, удалил, потому что много хейтеров появилось, блядь, долбоебов каких-то. Вот, альбом у меня называется «Лайк в бороду, дизлайк в ребро». Да. Первый альбом и так назывался. Он был такой электронный. И у нас и песни тут такие, вот, главнее всего штука баксов, говно течет по жилам, дядя, какой же ты воин света, ты, блядь, с того света, вон, рясы носят пидорасы, пидорасы носят рясы, совки-сявки, ты ставишь мне дизлайк, потому что у тебя глисты, кто не скачет, тот той москаль, вот, короче, такого плана, да. А второй альбом у меня был уже грайндовый. Ну, тут они что-то написали Noise Grindcore. А, ну да, Noise Grindcore написали. Dark Ambient. Вот это. Короче, его эти же песни я как бы немножко переграл в другом исполнении. Ну, нет, тут не все песни с того альбома. Вот, короче, купай 8 евриков. Вот. Что, у меня есть как... Вот так прям глядит, тут еще сплитом
с двумя моими еще гигавайтами, DJR гигавайт. Не знаю, тут, короче, один ЦК-сингл и Аида, и этот, ЕП-шник. Здесь даже есть люш. Да. Кавер на лайфе, одна хоплес. Алду. Вот. Ну и еще один трек. У меня есть Funeral Home, это Angel Instead Dying Guild. Это вот у тебя вот. Твои проекты. Очень мит такой, вот, красив дум. Страшно. Очень медленная тема. 33 кода. Купай все. Короче, покупай. Так что, ну вот, короче. Ведь я там, сейчас тут еще, что мне делось. А ты что, фотку разместил сегодня про пока одного? Напишу же. Ну, жаль. Короче, растил фот. Видно. Разве Адана Куца. Вот, чистая крыны. Чистота. Пиционная. Да. Вот, я у него брал уроки по карабанам. Мы занимались вместе фотографией. Общались. Вот. И вот тут пишут, что типа он работал в институте минералов, а сейчас нет, типа, ну, куда он делся, черт его знает. Может, в Польшу уехал, может, помер, я ж не знаю. Хотел бы с ним пообщаться, короче. Что-то я его не вижу. Он на Салтовке живет, я дома никогда у него не был, поэтому не знаю, что к чему там, что и как. Да. Вот, видите, можливости облакового запаса обмежены. Ну, идите вы нахуй, жиды ебаные, блядь. За то, что я там написал комментарий у квадрата, там что-то, блядь, что-то прожидив, сука. Жиды ебаные. Ну вот, короче, сейчас покажу свою коллекцию. Вот. Покажу свою коллекцию. Вот мои кассеты, сами сдат. Макс Рекорд, да. Вот, сейчас покажу. Вот она так. Вот это ненависть у меня есть, вот это мой матрица моя, а это вот на продажу, да, это я пока, вот это вот на продажу есть, вот такая кассета фирменная, блин, 50 гривен, это я так просто поставил, и вот еще 4 кассеты, тоже фирменные, новенькие, тут как раз первопрессы. Этот самый, как его, дисгармония, да, это Avantgarde Black Death Metal. Вот, это я показал, ненависть, это Death Metal. Вот, дальше идет прогрессив Death Metal, Кремация души, Max Records, вот. Потом 1666 год, вот, тоже, это мое издание, Max Records. Потом День гнева, вот. Max Records. Потом идет это вот тот самый Death альбом Black Metal, там вот HH, NN Studio Records, да. Потом идет вот Max Records, вот вся одна смерть, вот то, что сейчас играет, кстати, вот я еще кассетик, вот позапрошлом Max вот об этой рассказывал. Рекорд Сетаров. Сплит, я покажу моих миньон из трупа издания Алексис. А это еще пошло. Вот это мои. Издо уже дали бляшли. Рекорд. Здание на вечере. Рекорд. Раз, два. Ресивилюжин. Первый. Вот, короче. СДЕ. Раз, два, три. Вот он. Бом, а ты мог. Трёхомол. По порядку. Сделай. Все. Ох, дизайн. Мне на это выглядит. Вот альбом. Весь как. Где костюм. Попаши, по-моему, да. Вот дизайн у него не из баксов тоже есть. Арму. Ну, короче, у него все. Я хочу передать твои кассеты. Передал твои проекты. Говорит, ну я у него все дал все проекты. Все тоже. Ты передал. Вот так. Как его? Ресив дезмахует. Вот это 1666 год. Видите, как отличается. Да, ты моего. Совершенно как по-другому. Ну. А ложка так она там текстит,
по-моему, я не помню. Кажется, у меня тексты есть. Вот, ну, они, да, Нева. Денег. Вот, зонт у меня нет пиропресса. Да, нет, нету цветной, цветного эза. Поэтому да, даже нету этих кетов, не сохранилось. Даже распродавал. Ну вот, я им скинул как там с диска. Вот он мне сделал, ну, сделал вот такой дизайн. Вот. Потом вот Death альбом, это уже Depressive Illusion Records, потому что это был часть. Блэкуха, тут тексты, по-моему, есть там, да, да, есть тексты. Я показывал. Вот, еще одна смерть, вот так вот пиропресс выглядел, вот, да. Вот он. Тут он у меня, это я перепечатал в 2020 году. Так получилось, потому что. Вот. Вот. Вот это вот уже, вот это тоже репрессы, вот это все репрессы, а это все пиропрессы. Вот, вот это так миньон выглядит, и вот, вот это последний миньон, Жаль Хаоса, тут у меня со сплит с моим другим проектом, прогрессив дезметалом, CWD, да, вот. Вот, ой. Так, а это я уже делал переиздание на Culminus Records тоже. Вот это, короче, 99-е годы. Вот это. Да, вот это, короче, 99-е года. Мои, так сказать. Это вот. Ну да, 99-е. Вот это все 90. То есть там записи были, там ремастерировано было. И в 99-м году я все издал. У меня были мани на это дело и возможности записаться качественно. И я уже начал, ну там вот это, тут некачественно записано, это 91 год. Качество записи тут вот это вот, а это уже как бы все. Ну там частично там песни, тут песни, а ну да, тут песни там кое-какие, это самое, блядь, с тех, с ранних годов, с начала 90-х, в общем. Вот это уже переиздание, вот, 2017 год, это уже на этом, на Depressive Illusion Records и Vibrio, это Андрей Болох, да, да, величезно ему подяка. О! Андрей Болох, Серега Болох, величезно тобі подяка. Вот. Так, то я вспомнил Андрея Холода просто, с Бердянска, да. Максим Ксулчи, как его там, да. Вот, когда-то общались мы с ним тоже, когда-то он мне писал, там, приезжает ко мне, там, у меня там разборки какие-то бандитские, я ему пишу, что я не такой крутой, чтобы приезжать и разборки там устраивать, вот, как, типа такого что-то. Вот, короче, вот это... Значит, это 2017 год уже был, это мой сплит с НСС там. Тут, короче, до дисгармонии, тут у меня было два миньона. Было два миньона. Вот так вот выглядит. Culminus Records. Вот потом издание тоже на Culminus Records. Так, Кремация души. И тут два миньона. То есть альбом Кремация души плюс два миньона Апокалипсис и вместе. Опа, вот. Так вот выглядит. Это на диске. Это 1666 год. Издание такое решил сделать. Новое, так сказать. Не так, как на кассете. Хотя можно было как на кассете. Времени не было, по-моему, да. Вот, и вот там целый процесс, короче, бля. Вот, а, и вот тоже вот День гнева так вот выглядит. Вот это я сделал как
на Перопрессе почти, ну, немного, немножко изменил. Вот тут Макс Рекордс, Кульминс Рекордс, вот это «Тысяча одна смерть». Потом идет Дезланд, альбом тоже по-другому. Его не так, как Перопресс делал. И это вот тоже Angel of God Death, вот тоже не как Перопресс, я сделал новое издание. И вот тут Миньон, вот этот, Жар Хауса, Стой на пар там. Вот, так вот выглядят диски. Вот так выглядят мои работы. Перопрессы, на диске перопрессы у меня нету в материальном виде сейчас. Ну, зато они все есть, макеты все есть у меня. Матрицы, так сказать. Ну и сами матрицы дисков, понятно, тоже у меня же есть. Я ж музыкант, да, так сказать. Вот. Вот, вот мы, так вот выглядела рекламная афиша на мои кассеты проекта Angel of God, да. Тут что-то группу написали, ну об этом я уже рассказывал, да, надо было One Man Project написать, ну фиг с ним. Вот. Что я хотел сказать про Гапона, про Козлова, про его жену, про Белосырковского и про некоторых музыкантов, которые непродуктивно работают, да. Вот. Хотел бы сказать, короче, вчера ходил я на репточку, пришел как нормальный человек, ну как бы особо меня никто не встречал, как бы, хотя могли бы меня и сказать там телефон мой взять и сказали приходи и все типа. Вот, ну пошел, еле нашел, блин, конечно. Ту точку, там, конечно, срач, как у хасидов, да, ну а чё, вот, там Белосырковский что-то там одному какому-то чуваку, с которым у меня был в друзьях и который меня сегодня забанил почему-то. Чё меня забанил? Ну, короче, а, он типа правый, типа, а я что левый, что, у меня вот тоже я вот хожу в таких футболках, это самое, и шо. Вот, короче, я не пойму, с Белосырковским когда-то общался. Чего он на меня бочку гонит, я не понимаю. Там когда-то, короче, была такая ситуация. Гапон продавал диктофоны. Дал их Таньке. Ну, ее так звали вроде Танька. Фамилия не знаю, я ее видел, ее ебало. Жидовка, жидовкой, короче. Вот. Вот. И она меня подставила. Она мне дала один или два диктофона, я продал. Дал ей деньги. А потом мне Козлов говорит, что за хуйня, где диктофон? Или Гапон написал мне тоже с угрозами. Я не понял, что, блин. Короче, подставили меня, блин. Вот. Ну, типа, что я типа жидяга, блин. Белосырковский говорит, типа, что я все понимаю, говорит, за спиной меня, что, ох, кого ты типа привел? Ну, этот же такой, говорит, жидяга, блин. Сам ты жидяга, блин. Живешь там как жид нахуй, ёб твою мать. Аппарат у тебя охуенный, блядь, конечно, да. Лысина у тебя, кстати, как у жида, блядь, честно, блядь. Фамилия тоже Белосырковский, тоже жидовская, блядь. А что нехуй тут выебываться, блядь. Сам напросился, блядь. Вот. Срач такой, ёбаный, вот эти бутылки с-под пива, блядь. Какого алкоголика, блядь. Я был у знакомого дома, помню, Лыгана, блядь. Так у него дома, блядь, можно магазин бутылочный открывать, блядь, вот. Поэтому не надо на меня гнать и распространять сплетни, блядь. А вот тем людям, которые сказали, что типа, что типа я не подхожу под их музыкальную деятельность, что мы не сыграемся, я же видел, как он меня начал рассматривать после этого разговора. Перед этим было все в порядке, а потом он начал меня, типа, ах ты, сука жидовская, блядь, ах ты. Да, ну, блин, мозги свои иметь надо, ёптать, блин. Вот так вот подставляют, блин, а потом валят на нормальных людей, блин, а вот это быдло ебаное, сука, живет нахуй, блядь, жидовская, блядь, под видом втискивается в доверие, блядь, и живет себе припеваючи. Ну, как обычно, блядь, жиды ебаные, сука, вы все. Ну, не все, понятно, понятно, да? Нехуй, блядь, слушать других. Сплетни вот эти всякие, нехуй пиздеть вот это, выдумывать.
А то сам эпидемстанцию на тебя нашлю, блядь, будешь уебываться, нахуй. И налоговую, кстати. У меня, кстати, тетя в налоговой будет. Вот. И связи с эпидемстанцией есть. У меня много девушек, которые работают в разных отраслях. Есть в СБУ работает, есть, блин, санэпидемстанция, есть в полиции работает, да. Есть преподаватель тэквондо. Вот. Девушка частная. Короче, блин, нехуй со мной связываться и сплетничать на меня, ясно, блин? Нехуй это въебываться, вот это, не надо вот это ебать. Потому что, блин, вселенная, она, блядь, наказывает, блядь, всех нас. Так что нехуй, да дети выебывают. То есть, я не потерплю оскорбление с стороны, блядь. Так вот, приносили в эту группу. За 3 года эта группа за 3 песни только сочинила. За это время вы можете как бы табулатуру набрать, там, что для нового человека. Приглашаете человека в группу, так, блядь, это самое, какой-то результат. Записали бы записи какие-то, депу какую-то, блядь. Что, тяжело это или что, блядь? Понятно, блядь, побухать, там, выпить, там, выебываться, блядь. Чисто по приколу, блядь, да. Я в таких группах, я Лафи Люжин, блядь, вот это, прибыл, извиняю, за ушем, да. И оттуда и свалил, иду побыстрее, блядь, и сдвал все свои песни, которые я придумал, блядь, и потом их ебал, сука, нахуй, блядь. Этого твоя вообще охуела песня, аж присваивала чужие песни себе, тоже выдавала за там, и, блядь, так что, блядь, что ты, сучка, еще, блядь, жнеч, так что думал, вот, блядь, не такой ничего во мне принимает всякие сплит, блядь, не как-то это жидяга, обрезанный, нехуй там выебываться на них, блядь. Ну и гей, пока она не думает там, а, блядь, и что, блядь, вы гей, сам ее, сука, блядь, наверное, у вас дети, эти, гей, блядь, на низ, все, эти, блядь, жени, сука, жидами, блядь, или замуж, есть на жидов, жидах, вышли, что на баржа, жид, вот, это, или, как, ну, и сыграл, я уже, блядь, так что самое будущее, сказать, хуёв. Вот, всё. Дайтесь на мой, у вас хуй. Вот, подписывай мой канал. Что хотел сюда сам. Желаю успехов, Максим. Всё, сказать. Желаю успехов, Тим Вер. Да, забыл сказать про вот эту группу, да. Она говорит, он мне говорит, ну сыграй что-нибудь там быстро, тему какую-нибудь. Я говорю, какую, горьковую, дезовую. Говорит, дезовый. Ну, я ему сыграл, короче, свою тему. Тему, ну, немножко коряво, потому что я не играл 2 дня. Руки липкие, как бы, пока дошел, жарко, не умылся, не помылся и забыл напульсник. А оно ж, когда играешь на гитаре, оно прилипает и, блин, ну, гитаристы знают, что это такое, когда, блин, рука начинает не туда попадать, куда надо, вот. Вот, ну, короче, перед тем, как... А, барабанщик, кстати, тоже все время уходил куда-то, блин, непонятно зачем. Смысл собираться, пойти потусить с музыкантами просто, поговорить. Так это я уже проходил, я же говорю, блин, несерьезно все у вас там, ребята, честно скажу. Название группы какой-то хрен выговоришь, блин. Вот, не запомнил даже, что оно там означает, даже не... Ну, короче, блин, несерьезно, чуваки, работать. Я ему это и сказал в глаза, блин, честно. Что вы несерьезные, с 2017 года всего 3 песни, еще ничего не записали, выступали, качество плохое, не могли даже нанять чувака какого-нибудь, видеооператора, деньги все на бухло, что ли, уходят, или что. Вот. Так вот, я общался с гитаристом, и он мне говорит, что барабанщик бласт-бит умеет, говорит, потому что я слышал, там бласт-битов нету. Он говорит, нет, он бласт-биты не умеет. А я ж как раз играл такую песню, там где надо 32-ми хуярить, блядь, 16-ми, ну там в основном 32-ми, да. Вот, короче, там в криптопсе мочить надо, вот, короче, может быть, он подумал, блядь, вот, сука, нахуй, я шаку не умею. Ну, короче, блин, я все сказал, что там, вот что я хотел выразиться, да. И я, мне насрать, что там подумайте, мне комментарии достучаю, под я, что, блядь, я ваше мнение свои сраки, блядь. И заявляю свое мнение, нехуй на сплит, говорю, как такие, вот. Поэтому думают меня в басе. Еще те, все такой долг. Вы першин всякие, блядь, першин, нахуй. Вячеслав, долбоёб, сумасшедший.
15-й, совершенно весь, который меня заебывал речь с камеру Алиса. В нем рассказ. СМС он заебал. Напишу всем там в интернете, что меня дебил отцал уже, наверное. Этих людей надо, короче, изолировать, мать, от общества. Так, вот, блядь, все, пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, дизлайк, если ты лошара, блядь, оно тебя укнется. Да, и хотел бы сказать о Dark Production и о своих трех самых лучших релизах проекта Angel of God. Вот. Константин Змеевский мне посоветовал связаться с этим лейблом. Вот он. А именно с Дмитрием Лучагиным, да. Вот, Дмитрий Лучагин, вот лейбл, это в Киеве находился, ну и сейчас он находится тоже вроде как. Этот лейбл, вот, Дмитрий Лучагин. Так он выглядит. У него тут куча проектов. И он мне посоветовал издаться. Вот, и я ему отослал все свои... Это, по-моему, 2000 год был, все свои релизы, и он выбрал три альбома. Вот. Вот этот вот. Вот. «Тысяча одна смерть», вот этот альбом. Вот он. Я его хотел сделать вот в таком виде. Это на Кульмирис Рекордс. Но опять-таки, он хотел сделать именно вот, вот как сейчас. Кульминес Рекордс, то есть вот, ну, полиграфия, свет, только не матовая, а на глянце. Ну и на болванка с накаткой. Ну, в принципе, раньше я такого, конечно, с накаткой мог делать, только самое примитивное. Вот, чуть дальше я мог уже это делать, а сейчас так тем более. Вот, потом, значит, вот этот альбом «День гнева» он хотел издать, да. И 1666 год. Вот, получается три альбома. Что-то там у нас не получалось, что-то у него чи денег не было, чи что-то еще, короче. А потом я, кстати, переиграл вот это и это. И появился у меня проект «Инцест» с радикальными правыми текстами, более, так сказать, фашистскими, скажем так, нацистскими, да. Вот. Кстати, вот тут этот проект есть, сейчас покажу. «Инцест». 8, по-моему, да? Или давайте не так. Час расплаты сейчас. Вот. 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 Вот такая была кассета. Потом я этот трек переименовал в «Нун». Вот. «Лживый мессия». Вот так выглядит кассета. Вот. Она была на этом самом, на обычном ксероксе, черно-белая, а это я уже в этом 2020 году сделал на глянце. Вот, 2000 год, то есть это сам издат, да, кассета Death Metal, да, радикально, можно так сказать, вот, 4 еврика продается. Вот, ну и, Лучагин сказал, что типа, что
фашистская музыка с такими текстами не очень котируется. Забанят, так сказать. Ну, поэтому я и не сдался, короче. Вот так вот. Так что я был... Ну, то есть у него какие-то были там загвоздки с вот этими, там денег не было на издание, там целая очередь людей, там, короче, блин. Вот, ну и а потом у меня поменялись взгляды, и я сделал, как бы, у меня были минуса на вот эти альбомы. Вот эти два альбома. Я пересвел по-новому и тексты другие наложил там. Вот тут тексты все есть. Сейчас дополнительно тираж сделал 88 копий. Так что если что покупаете, заказывайте, обращайтесь ко мне в личку си Facebook. Максим Вехов. Да, вот моя личка Facebook. Вот, кстати, вот я тут. Вот. С Костей Змеевским переписка. Вот, ясно. Так что. Ну все. Подписывайся на каналчик. А, еще хотел показать, да. Вот, сейчас покажу. Если получится, конечно. Да нету его. Харя. Харя. Нема Харя тут этой. Ну, ладно. Ладненько, все. Подписывайтесь на мой каналчик. Максим Вехов желает успехов. Так что вот. Эти три альбома могли быть на Dark Production изданы, но не получилось. Потому что я поменял свое мировоззрение, и вот это уже была правая музыка, так сказать, правые тексты, вот. Если ты стоишь на босса на ямах, значит, ты должен тут упасть. Это когда они сидели здесь, этот... Я, конечно, вы не серьезно, блядь. За да сто... не, мы ж вообще... За столько лет три темы только, птаны, блядь.